Ну что, друзья, на ваших экранах Дворец спорта и культуры имени Баяна Шолака. Здесь проходит 1xBet Kızlar Hockey Ligası. И последний игровой день останется. Ну а сейчас мы смотрим за этой встречей. Тамирис и Бубу провели свои последние матчи. Провели свой последний матч между собой, да, в этом втором туре. И последний свой матч вообще во втором туре. Тамирис открыли счет на 24-й секунде. Надежда Филимонова забросила. Дальше только на 13-й смогли Тамирис удвоить свое преимущество. Камила Мухаметдинова забрасывает. Потом, смотри, через минуту уже забросит. Анастасия Уразбаева забрасывает. И через 2 минуты Оксана Шумко четвертую забросила в первом периоде. И со счетом 4-0 команды ушли на перерыв. Надо сказать, что Тамирис много, очень много атаковали ворота соперника. Ну и Кобжасаровой приходилось очень трудно. Множество бросков было нанесено по ее воротам. Множество она отразила. Большая работа была проделана ею. Ну а второй период стартовал с того, что мы снова увидели быструю заброшенную шайбу на 24-й минуте. Александра Шигай забросила. Дальше ровно через минуту Милана Бутова уже делает счет 6-0. Буквально через 3 минуты Александра Шигай забрасывает седьмую шайбу. И еще через 2 минуты Тамирис снова отмечается. Лейсан Исхакова на сей раз забрасывает. Восьмая шайба уже побывала в воротах Бубул. Следом через 17 секунд еще и девятую забрасывают. Камила Мухаметдинова забрасывает и оформляет хэт-трик этой заброшенной шайбой. Дальше смотрим мы за этой встречей по голам. Через 2 минуты Яна Крашенинина 10-0 на табло нарисовала. Следом через 4 минуты Лия Ивина оформляет дубль 11-0. 12-ю шайбу забросили тоже очень быстро после заброшенной шайбы Лии Ивиной. Прошло 15 секунд, как снова Тамирис забрасывает. Анастасия Оразбаева забрасывает. Смотрим дальше. Камила Мухаметдинова снова забрасывает на 38-й минуте. 13-0. Через 2,5 минуты Камила Мухаметдинова снова отвечает. 14-0. Нина Баранова на 42-й минуте. Это уже третий период пошел. 15-0. Дальше на 49-й минуте Александра Воронова. 17 в большинстве. На 50-й Камила Мухаметдинова 18-0, 19-0 Яна Крашенинина, ну и 20-ю шайбу забросила Лия Ивина. Финальный счет на ваших экранах. Тамирис победила со счетом 20-0.